Остановка ПСОУ. При виде машины с номерами администрации города среди водителей автобусов начинается паника. Одни снимают таблички с указанием маршрута, другие спешно с нарушением правил дорожного движения покидают парковку. На железнодорожном вокзале Адлер ситуация аналогичная. Проверяющие уже знают, избегают проверок лишь перевозчики-нелегалы. Поймать частников с поличным сложно, уверяют сотрудники транспортного управления. Срабатывает сарафанное радио. У тех, кто замешкался, объяснения, как правило, стандартные. Я просто встречаю людей, которые приедут, охранники. Должен возить пост, чтобы вы они работали дальше. Да, вахта. Путевочка есть у вас на вахту? Нету сейчас собой. Договор есть с РЖД на перевод? Конечно, есть. А почему табличка, что автобус до ПСОУ? Это может кто-то по шутке поставить. Вызывать к совести и ответственности нелегалов бесполезно. Летний сезон – время легкой наживы. Налоги не платишь. А кто платит сегодняшний день налоги? Покажите. Теневые перевозчики не только не платят налоги, но главное, считают в администрации города, как правило, не заботятся и о безопасности пассажиров. Те, которые работают вот по таким перевозкам, это те, кто на самом деле автобус держит возле своего дома, утром проснулся, решил подзаработать. Вышел на линию и начинает работать. К сожалению, наши жители, да, сейчас, может быть, не то чтобы не обращают внимания, не отдают, может быть, себе отчет, каким риском они подвергают себя и своих родственников, осуществляя такую перевозку. Ни о каком страховании, конечно, ответственности здесь речи быть не может. Поэтому, если что-то произойдет, ответственности никакой не будет нести. В муниципальных автопредприятиях автобус перед выездом на линию ежедневно проходит проверку на техническую исправность, а водитель не отправляется в рейс без разрешения врача. Как у вас самочувствие? Водители-самозванцы соблюдением правил перевозки пассажиров пренебрегают. Мнение городских властей однозначно. В Сочи не место нелегальным перевозчикам. Пассажирам рекомендуют не пользоваться их услугами. А рейды по выявлению теневиков будут проводить регулярно в течение всего курортного сезона. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.